Здорово, Империя! Микрофон Артём, это канал Snow Worm TV. У нас очередная новая игрушка, и это, блин, знаете, такой духовный наследник PlayStation 1 и PlayStation 2. Эдакий Spyro в мире игр, ну, такой трехмерный. Даже я бы сказал, что-то от Nintendo, короче. Игрушка называется Penny's Big и какое-то еще название. Ну, там, наверное, Penny ее все-таки. Ну, там Penny и запятая S, Penny's. Я думаю, Penny's, пускай она будет Penny's'ом. У игры, кстати, есть русский язык. И мы играем за такую штучку. Не знаю, человечек какой-то. Так, могу скипнуть. Реально, очень красиво выглядит. И прям вот, как будто я сел на PlayStation 2 играть. В какой-нибудь Crash Bandicoot там или... Не знаю, Sonic 3D. Ну, больше, конечно, я склоняюсь к Спайро, дракончику. Мы умеем, кстати, кидаться ёшкой. Так, его можно бить. Хорошо. Надеюсь, нам сюда куда-то. А я могу зацепиться там за что-нибудь? Ну, да, знаете, такая очень детская игрушка. Ну, такая, попадает для детей. У кого есть. Катушка Тесла какая-то. А, новая ёшка у меня, хорошо. Ёпт. А, я так понял, она... Ей можно цепляться, наверное. Она с дубами, и мне кажется, что ей можно цепляться. Так. Птички какие-то. Да, смотрите. Можно, короче, вот так вот ее отпускать. Ладно, давайте побежим, посмотрим. Что тут? Нам куда-то сюда? Ух, нифига себе, что я умею делать. Да, вот видите, я могу кататься на ней. Знаете, была игрушка, блин, по-моему, на Денди, где вот, при помощи ёшки можно было тоже проходить, ударять всех, цепляться. По-моему, на Денди было, не помню название, конечно. Пишите в комментариях, кто помнит эту игрушку. Мне сюда или куда? Так, подвиньтесь, пожалуйста. Нет? А, видимо, вот сюда. Бросайте ее. Чтобы бросить ее, с ее помощью вы сможете взаимодействовать с окружающим миром. Ага, ломать можно. Так, ну допустим. Поехали. Ой! О! Улетел! Так, это чекпоинт, я так понял, какой-то. Так, здесь что? Чтобы прокатиться на. Ага. Либо Б, короче, на Б можно нажать. Поехали. Здесь что нам? Это чекпоинт, все понял. Чтобы сделать рывок. Два раза X. Я могу, в принципе, вот так кружиться. Вот так вот. И можно еще вот... Так, есть что? Чтобы зацепиться... Ага, допустим. Вот, что надо сделать было. Хорошо. Не, ну прикольно, прикольно. Таких игр вряд ли большая такая фан-база, да? Вот. Как для любителей, в принципе. Почему бы и нет? Покатились.
прыжке, чтобы прок... А, ну это я умею. Да-да-да. Это мы умеем. Вверх. Так, а будут враги вообще в этой локации или что? Так, скипну. Ну, у игры есть русский, и это, в принципе, нормально. Так, окей. Тум-тум-тум-тум-тум. Курочки. Ну-ка. Тут, я так понял, нужно на время проходить эти локации, и особо врагов я тут не замечаю. Что, покатимся? Опа! Можно, в принципе, вот так вот. Так. Мороженка. Для чего, не знаю, ну, в принципе, почему бы и нет. А, это... А, у как. Так, нате. Сюда мне, наверное. Это что? Открывается? Сюда можно залезть. Нам не хватает 5 болтов. Когда они... А, куда они подевались? Если вы поможете жителю решить проблему, то потом он будет ждать вашего представления у края сцены. Чем больше публики, тем больше бонусных очков. Болты нужны. Один вижу. А сколько нужно? 5, да? Так, спасибо, хорошо. Так, чекпоинт. Если на вас навалится достаточное количество неуклюжих стражников, Эдди вам по... А, нет, есть все-таки. Так. Кто это? Ай, ай, нападают! Ну их, короче, можно лупить. А, они прицепляются к тебе. Не тут-то было. Пингвинчики какие-то. Ну-ка, отошли! Смотри, что хотят, а? Что хотят, то и творят. Я уехал. Чекпоинт. Здесь что? Чтобы применить к технику кручения. О, допустим. Не в ту сторону. Короче, вот так могу делать. Так, тебе что нужно? Так, я кота хочу есть, что если го... Что, да, голуби утащили его сэндвич. Ах вы! Пернатые! Держи. Какое облегчение. Ну, еще бы. Голуби пытались, О, тихо. А, их убить нельзя, походу. Ай, вот смотри, мне на спину садится. Но их убить нельзя, походу. Они и так, знаешь, их просто оттолкнуть можно. И, в принципе, все на этом. Вот он, прицепляется, смотри. Так, облепил. Опа, еще один. Нет! Что нет? Нахлебники. Валим, 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 валим.
Так, надо разогнаться, наверное. Пошел отсюда. Так, а мне надо вот сюда залезть, там что-то сверху есть. Да отвали! Опа. Блин, не запрыгну, да, так просто? Не, не запрыгну. Тут, походу, надо с чего-то, короче, прыгать. С кого-то. Так, тебе что нужно? Мне нужно привести эту лужайку в порядок. Хорошо, я понял. Отлично. Перфекту, да? Выглядит уже. А подожди. А что ты еще хочешь? Так, вонючий голубь, идите отсюда. Бля. Отстаньте. Хе-хе. А, нет, нет. Нападут. Ой, куда? Все, хана, походу. Большая проблема этой игры — это просто тупо упасть вниз. Не то, что тебя кто-то здесь схватит или укусит, а просто ты упадешь куда-нибудь. Так, здесь еще что-то можно сделать, ну-ка. Так, можете отработать свой прием на уличной сцене. Чем выше вы приземлитесь, тем больше будет только не... Так. Мне нужно вот сюда приземлиться. Сцена пройдена. Сценический бонус. Начать. Ой-ой-ой, что делать? Улетел куда-то. Кутешечка была небольшая. Уровень пройден. Но что-то не собрали, короче. Две. Ничего страшного. Открытку дали. Альбом. Вы можете идти в меню дополнительный. Ага. Заблокирована игра на время. Окей. Продолжить. Допустим. Глянем следующий уровень. Один из двух. Ну, давайте здесь остановимся. Прикольная игрушка, такая сочная, яркая. Любителям PlayStation 2, PlayStation 1, да, вот, и нинтендовских игр. Берите на вооружение. Таких игр, конечно, немного выходит, но кому-то эти игры нравятся. Ну, а с вами был, как всегда, Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики. Все ссылки будут в описании. Увидимся всем. Пока-пока.